Всем привет! Вы много просили заснять новый ролик про PUBG Mobile, как настроить гироскоп, чтобы он не трёсся, не тупил, я не знаю, у кого как. У всех разные проблемы. Вот, вы долго просили снять на эту тему ролик, как это исправить. Я снял много роликов, но много кому они не помогают, потому что дело в чем-то другом. Нет, ну конечно помогает. Но я бы сказал, наверное, тут 40 на 60. Поэтому я решил заснять новый ролик по программе GPS Status и Toolkit. Эта программа позволяет откалибровать аксиометр и другие датчики телефона. Ну давайте начнем. Для начала открываем Google Play Market и устанавливаем эту программу. Вот, я ее только установил. Но после этого нам надо просто перейти в нее. Вот, и мы сразу попадаем вот в такое меню. Тут показываются данные с наших датчиков, с нашего компаса. Открываем вот это вот меню. И находим пункт калибровка аксиометра. Кладем телефон на ровную поверхность. Нажимаем калибровка. Разворачиваем телефон на 180 градусов. Снова открываем это меню, калибровка от аксиометра, снова нажимаем калибровка, после этого снова открываем это меню и нажимаем усреднить. После этого средние показания должны как раз быть выставлены как основные в телефоне. После этого снова открываем это меню и выбираем калибровка компаса. После этого вращаем телефон по всем осям, пока эта линия не заполнится полностью до зеленой. В принципе, это все, что надо знать, чтобы откалибровать датчики телефона. В основном, все датчики, которые в телефоне есть, от этих процедур калибруются. То есть, я имею в виду гироскоп, аксиометр и компас, и все это калибруется одновременно. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!